Ребятки, девчатки, вот вам Сатурн. 13 июля 2021 год, Харьков. Ой, июля, августа, конечно. Пятница, 13 августа 2021 год. 1 миллиард 339 миллионов километров до Сатурна на совершенно ужасном завышенном ИСО. 3200 я его снимаю. Но такие настройки светочувствительности позволяют даже через облака нам увидеть Сатурн. Хорошо. У нас там еще за облаками сейчас Венера. Пока пошли. Посмотрим на серп новорожденной Луны. О! Вон она, наша Венера. Ты посмотри. Ну, хорошо, давай вот так сейчас покажем Луну хотя бы мельком. С носиком. И даже я вижу неосвещенную часть Луны. Да, ИСО 3200 страшная сила. Ну пошли посмотрим на Венеру, она вон сейчас ниже облаков опускается. Венера от нас в 182 миллионах километров на данный момент. Слушай, так у нас почти полный комплект, осталось дождаться Юпитера. Венера к этому времени зайти не должна. Ну хорошо, но я думаю, сделайте все скидку на то, что снимаем через облака. Не, ну даже фазу видно. Ну, может я себя... обманываю. Но мне кажется, что я вижу, что Венера освещена с одной стороны Солнцем, а с другой стороны затемнена. Ты представляешь, техника, что позволяет сделать караул. Да, но нет, это уже там самообман какой-то будет. Что-то освещено, что-то... Левая часть должна быть затемнена, но это уже, наверное, сам себе внушаешь, а не видишь объективно. Не, серьезно, если через облака пробился Сатурн, то Юпитер это такая мощная штуковина, что хоть малюсенькая прореха будет в облаках на востоке, мы его увидим. Ну а пока... Take it to the moon. I'll be rising high above. Да, ребятки, девчатки, вы понимаете, что этот шарик каменный, он всего в 3,7, ну пускай будет в 4 раза меньше, чем наша планета Земля. И это огромная глыба. Находится от нас, ну, прямо сейчас от меня, в 370 тысячах километров. Что такое 370 тысяч километров? Экватор Земли
40 тысяч километров, то есть 9 раз мотнулись по экватору, и вот мы, вуаля. На Луне. Это очень близко. Своей гравитация, эта красавица влияет на нас ежесекундно. На нас, на приливы, на все что угодно. Ой, боюсь спрячься, даже Венера не за горизонт. А за высотку. Диаметр Земли сколько там? 12 тысяч километров. Диаметр Луны 3 тысячи километров. О, ну ладно, не будем уделять такого внимания Венере. Она будет поближе к нам. Она уже приближается к нам. Снимал я ее как-то. Ой, слишком облачно, как жаль. Так, а ну давай, попаду я сейчас, не попаду. Конечно, попаду. Ух ты, лютый какой. ИСО 3200. Вообще чуть ли не в кромешной темноте я вижу. Сатурн как живой. Да, у нас 19 числа противостояние. Ну, ребят, Юпитера, то есть Юпитер будет на одной линии с Землей.